Что такое? Ну рассказывай, что сил ты. Всем здорово, с вами Вова. И сегодня будет необычное видео, ну точнее будет влог. Я вот как раз сегодня приехал в Москву, и я вот такой, блин, вот хочется какое-то видео записать. И вот думаю, почему же бы и не влог? Вот, так что это будет влог по Москве. Да, это нормально. Короче, это телепорт. Вот сейчас я щелкну пальцем, и он улетит в авиапарк, смотрите. Я сейчас в Бургер Кинге купил чеддер кинг. Ну, чеддер Родео кинг за 299 рублей. Вот, сейчас его мы распакуем. Вот он как выглядит. Сейчас попробую. Вкусно. Там тонет ее. Пожрали, и сейчас идем по магазинам. Я вообще обожрался чеддер кингу. Если что, мы находимся в торговом центре Авиапарк, где ютуберы снимают видео типа Димы Масленникова. Телефон кидать. А, чё ты ещё? Здорово. Ну и задница у тебя. Не-не-не. Купил всю новую хату. Вот мы в ней находимся. Уважаемый Вован, кому пишете? Я пишу... в раскладке о канале мечту. Какую мечту? Набрать 1000 подписчиков. Вау. Это Вован, и сегодня у нас магистр помоек. Поехали. Джедайская сила. Я джедай. Смотрите, прямо вот там идет рейд. Ютубер, я сам. Где, покажи. Вот. Длинными волосами чу. Я вообще офигеваю. Угораем, отдыхаем, зависаем мы с друзьями. Вован, ты где? Вован, ты где? Я не понял. Блин, где он вообще? Я не могу понять. Вован. Ты где? А, оба. Ну чё, как тебе тачка? Когда у нас будет 1000 подписчиков, мы будем ездить только на такой. Да, смотрите. Un qui en vaut plus que les autres. Frelon, si t'es mon train qu'à la faute, c'est votre système qui nous pousse à la faute. Donc j'ai dû encore mettre, passer devant les bateaux. Вы пришли на баскетбол ЦСКА.